Позади Воронежская и Липецкая области теперь спикеры проекта «Умный маршрут. Социальная активность» от Российского общества знания в Тамбове. Не в первый раз экспертов, готовых поделиться знаниями с молодежью регионов, принимает технический университет. Впрочем, к участию приглашены и студенты других вузов, а также СУЗов области. Самые интересные спикеры дают возможность узнать что-то новое, попробовать свои силы, посмотреть, насколько наши ребята обладают теми или иными компетенциями и получить конкретные рекомендации по их развитию. В программе форума 4 часа лекций и мастер-классов. Сейчас, к примеру, участники со спикерами обсуждают, как правильно распоряжаться своим временем. Далее предстоит дискуссия о том, как создать студенческую организацию или, к примеру, как научиться влиять, управлять и вдохновлять. Организаторы уверены, социальная активность – это то, что способно изменить мир к лучшему, а общественные проекты могут стать трамплином для личного продвижения. Одно из направлений, где спикеры предлагают реализовать себя – добровольчество. Актуальная тема для первокурсника Алексея Воропаева. В волонтерстве молодой человек уже 2 года. Даже здесь, на форуме, он попутно несет благородную миссию, помогая участникам ориентироваться между площадками. Уверен, что на добрые дела всегда можно найти время. Это больше зависит от человека. Если ему это нравится, то он всегда найдет время, отложит там что-нибудь ненужное, допустим, как некоторые идут погулять, вместо того, чтобы пойти кому-нибудь помочь. Вот мне проще сходить помочь, чем пойти погулять. Таким, как Алексей, на площадке форума рассказали, как волонтерство способно помочь завести новых друзей или, к примеру, начать путешествовать. Коснулись и темы получения грантовой поддержки на реализацию новых общественных проектов. Впрочем, присоединиться к дискуссии могли и те, кто только подумывает стать волонтером. Просто в России это превратилось в такую огромную систему, прям в целое движение. Это, можно сказать, такой отдельный университет всероссийский добровольчества. И важно просто, чтобы ребята не потерялись и чтобы они, условно, не тратили время. Может быть, сейчас неправильно было будет сказано, но чтобы просто не тратить время и не пробовать все по чуть-чуть, можно сразу найти то, что тебя вдохновляет, то, что тебе интересно. Отмечается, что из Тамбова команда форума отправится к столичным студентам. Охватить подобными просветительскими встречами намерены практически всю территорию России. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, область новостей.